Ребят, привет всем. Мы сейчас с вами находимся в жилом комплексе «Фрукты». Недавно здесь были. Мы вам показывали наши замечательные ремонты. И пришло время обновить результаты, да, и показать. Вы знаете, пожалуй, я могу, конечно, ошибаться. Вы можете меня немножко осудить. Пожалуй, это, мне кажется, самая большая территория жилого комплекса в Сочи. Вы напишите в комментариях. Вот посмотрите, даже вот эта вот большая спортивная площадка, да, огромная территория. Здесь еще вписывается одна какая-нибудь там многоэтажка, да. Вон там большая детская площадка. Вот здесь огромная, посмотрите, площадка, которая скоро откроется. Вот там. И там еще парковочные места. То есть, да, я соглашусь, что многие скажут, это муравейник, например, да. Здесь, когда все заселятся, машинам уже негде будет припарковаться. Но, как правило, и практика показывает, да, и многие говорят, вот идешь вечером или ночью, ну, поздно вечером, да, и видишь, что не везде свет горит. Это говорит о том, что многие до конца не заселяются, кто-то на лето только приезжает, да, поэтому я думаю, что здесь как раз-таки с парковкой не будет особо сильных проблем. Но то, что здесь детям можно гулять вообще по всей территории, и ты устанешь ее обходить, да, это вот прям 100%. Есть прогулочные зоны, можно на велосипеде кататься. Ну, вот, пожалуй, вот самое лучшее, наверное, здесь все-таки придомовая территория, и отдана она именно вот развлечениям, зоны отдыха и так далее. Не хватает вот этой растительности. Ну, что вы хотите, это ФЗ. То есть, когда начинают строить, здесь везде трактора, всю придомовую ворошат и так далее. Нет здесь таких огромных деревьев, но они постарались какие-то моменты сохранить. Что там, что в той части, зеленую зону сохранить. Ну, новые какие-то деревья. Когда-то они вырастут. Лет, может, через 10 здесь будет уже благоухать все в растениях и будет симпатично смотреться. Ну, а мы сейчас в яблочном корпусе и идем смотреть первую квартиру. Всего у нас их здесь 6. Посмотрим, скорее всего, 4 квартиры разной планировки. Поэтому пойдемте смотреть. У нас Владимир, наш прораб. Он закреплен за Адлерским районом. Кто не знает его, может с ним познакомиться. У него богатый опыт работы. Лично мне делал квартиру, моей сестре, моим родителям. Делал ремонт полностью под ключ. Поэтому у Владимира богатый опыт решения любых каких-то проблем. Давайте зайдем, коли уж мы начали про придомовую территорию и про этот комплекс рассказывать. Давайте зайдем, я вам покажу, как выглядят внутренние помещения. Все такие почтовые ящички. Здесь два лифта, пассажирский и грузовой. Ну и есть, видите, информация по этажам. Это очень нужная тема, так что застройщики, возьмите это на заметку. И давайте я покажу просто, как выглядит подъезд стандартный. Вот так. Так, на четвертом этаже у нас квартира 22. Вот так аккуратненько мы заклеиваем все двери. Наша наклейка. Заходим в квартиру. Здесь мы уже заканчиваем штукатурные работы. Вот такая, давайте я вам покажу, планировка. Большая комната здесь. Устанавливали перегородки из газосиликатного блока. Здесь у нас санузел. Еще блоки остались, мы их перенесем. Коммуникация, которую нужно будет выгораживать. И здесь у нас кухня. Гостиная. Вот такие у нас изменения в данной квартире. Давайте посмотрим с яблочного корпуса, о чем я говорил по поводу придомовой территории. Обратите внимание на остальную территорию, которая здесь есть. Еще одна спортивная площадка. Очень много парковочных мест и за вот этим корпусом, так же как вдали. Так что очень-очень хороший комплекс получился. Так, следующий у нас будет вот этот вот сливовый корпус. Также обратите внимание, какая здесь огромная территория. Сейчас сверху мы увидим более точно, как она выглядит. Здесь у нас тоже пару квартир есть. Так, четвертый этаж. Квартира номер 30.
72 квадратных метра. Давайте сначала по планировке пройдемся. То есть здесь у нас прямо по коридору гардеробная. Сейчас только вот свет привезли, чтобы ребята сделали, раскидали. Здесь у нас получается спальная комната с выходом на балкон. Давайте выйдем на балкон. Посмотрим. Вот такой балкон. И вот такой вот вид на придомовую территорию. Полноценная большая двухкомнатная. 2 плюс 1, как по европейским стандартам считать, да? То есть две спальные комнаты, которые можно как-то зонировать даже, да? Вот одна спальня, вторая большая спальная комната. С вот таким вот видом. Классно посмотреть на горы. И на саму придомовую территорию, которую я вам сказал, что покажу, да? И вот за этим корпусом еще больше придомовой территории. Вообще здорово. Поэтому здесь такие недешевые цены. Ну и по этой планировке давайте пройдем. Покажу, что вот это вот получается огромная кухня-гостиная. Просторная, да? 2 плюс 1. И в той части санузел. Там темно, туда я не пойду. Короче, процесс идет у нас. Все идет по плану. Так, второй этаж. Следующая квартира 103. Также наша укрывочная пленочка. Зашли сюда. Вот смотрите, разобрали здесь гипсовую перегородку. И получается, это однокомнатная квартира. 30 квадратных метров. Здесь вот кухня. Да, вижу, вижу. Здесь будем выкладывать блоки согласно проекту, согласно планировочному решению, которое у нас есть, и оно входит в стоимость. Здесь завален у нас пока разборный, да, сейчас будет вытаскиваться перегородка. Сейчас здесь надо аккуратненько, да? Такая вот штука. Так, и начинают выставлять маяки, да, то есть бетоноконтактом прошли все стены. И сейчас будем приступать к штукатурке. 30 квадратных метров. Вот такой вот вид. Следующий у нас корпус абрикосовый, да? Да. Вот, здесь очень сложно заехать. Это другой заезд был. Потому что территорию еще пока не объединили. Идем смотреть квартиру. Так, второй этаж, 248 квартира, 54, по-моему, квадратных метра. Здесь есть перегородка, которую мы сейчас демонтируем. Мы в такой уже делали планировку, так что очень даже красиво получилось. Здесь была кухня, да, по-моему? Да. Классно. Вот так остается. Да? А вот это спальня будет, да? Да. Спальная комната. А это гостиная, наверное, да? Да, планируется здесь. Вот на балкон. Ну, да. У нас была уже такая квартира. С вот таким вот огромным балконом, посмотрите. Угловой. Раз. И раз. И вот такой вот вид. Видите, здесь заезд пока закрыт. Это придомовая территория с балкона. Есть просвет вот в такие вот красивые заснеженные горы. В общем, работа у нас кипит. Так что, дамы и господа, если у вас есть в жилом комплексе фрукты квартира, стоимость чернового ремонта у нас здесь 14 тысяч за квадратный метр. Потому что здесь есть стяжка пола, которую мы не будем делать. С материалами, с планировочным решением. Поэтому с удовольствием сделаем вам ремонт. Звоните. Так, ну вот и все, едем мы обратно. Вот такой получился у нас обзор по жилому комплексу «Фрукты». Если возникают вопросы, с радостью вам ответим. Пока что у нас только черновые работы, которые мы вам можем вот в таком формате показать. Но вспомните, буквально в прошлом году у нас были точно такие же результаты, и потом у нас переходило это все на чистовую работу. Поэтому вы эти чистовые работы можете посмотреть в плейлисте на канале
мастер-хаус, есть готовые квартиры, в том числе и в жилом комплексе «Фрукты». Поэтому, как только закончим черновые, будем переходить на чистовые, лавинообразно получится у нас очень много чистовых ремонтов. Это не переживайте с этим вопросом. Вот. Подписка, лайк, вопросы в комментариях. Это все приветствуется. Удачи, пока!